Уже в это воскресенье металлурги отметят свой профессиональный праздник. В их числе один из лучших специалистов железнодорожного района горно-обогатительного производства – поездной диспетчер Андрей Пупейко. В одном из старейших цехов металлургического гиганта он работает более 20 лет. О любимой профессии и своем выборе Андрей Пупейко поделился с нашей съемочной группой. Гудок и стук колес проходящего поезда здесь слышатся ежедневно. Локомотивы перевозят железорудное сырье. Его доставляют в цеха горно-обогатительного производства металлургического комбината. Все перевозки осуществляют на специальных составах. В цеху работают довольно-таки разные типы подвижного состава. Нужно уметь координировать данными видами подвижного состава. То есть это и тепловозы, и электровозы. Электровозы еще и разного напряжения, поэтому вот специфика работы на этом районе заключается в том, что надо учитывать в каждой перевозке вот данный вид тяги. Цех железнодорожного транспорта – один из старейших на металлургическом комбинате. Это связующее звено в технологической цепочке горно-обогатительного производства. Сюда входят несколько железнодорожных районов. В одном из них работает поездной диспетчер Андрей Пупейко. Перед специалистом стоит непростая задача – спланировать и скоординировать движение локомотивов, а их в его ведении 13. Важно не упустить любую деталь. Я веду график исполненного движения по району нашему, и это как визуализация для работы, чтобы не все держать в голове, а все это было видно. Ну и, соответственно, этот график потом обрабатывается, и все данные заносятся, допустим, в компьютер, и потом это все данные уходят выше туда. В цехе железнодорожного транспорта Андрей работает более 20 лет. На комбинат он пришел сразу после окончания университета и ни разу об этом не пожалел. Ведь эту профессию он выбрал не случайно. У меня отец работал в этом цеху. Сначала он работал в ЖДТ, там был в тепловозном депо в те времена. Потом он перешел сюда, был здесь замначальником района, замначальника цеха был. Ну и как бы, смотря на все это, выбрал эту профессию. По словам специалиста, работа диспетчера интересная, но довольно ответственная. В эту профессию берут только опытных людей. Они должны обладать достаточными знаниями, ведь права на ошибку у них нет. На ошибку, нет. Не имеет. Чревато, не дай бог, конечно, как это может и смертельным случаем закончиться. Профессиональный праздник металлургов Андрей проведет в смене. Как прежде, получит задание от руководства и раздаст указания операторам, чтобы вместе осуществлять перевозки груза вовремя и качественно. Ольга Сухоплюева, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.